Перед входом в задымленное помещение спасатели проверяют защитное оборудование. Нужно убедиться, что маска герметична и в нее поступает воздух. Здесь важна каждая деталь. Например, если неправильно закрепить баллон, то спасатель не сможет самостоятельно его открыть. И это может стоить ему жизни. На подготовку отводят считанные минуты. Когда все готово, команда заходит в эпицентр возгорания. Первый ПСЧ прибыл в составе двух отделений. Поставьте задачу. Оказавшись в задымленном помещении, спасатели в первую очередь отправляются на поиск пострадавших. Но в этот раз обошлось без жертв. Тревога была учебная. Так спасатели химспаса отрабатывают свои навыки спасения пострадавших и тушения огня. По замыслу у нас было возгорание 4 троллейбусов в ремонтной зоне. Соответственно, отработали навыки сам объект, как по эвакуации. Мы отработали свои действия по тушению условного пожара. В учении приняли участие 45 человек и 5 единиц техники.